Ого, как необычно. Беседа живого человека с остаточной памятью погибшего – это одно. Но вот общение двух… Вообще-то со мной все хорошо. Да-да, конечно. Всем так кажется. Остаточное колебание. Но я, как специалист, могу смело заявить, вы, коллега мой, тоже погибли. Че ты несешь? Я жив-здоров. Да неужели? А импульсы, что я считываю из вашего мозгового импланта, сообщают, что майор Мичаев погиб. И довольно давно. Что вы на это скажете? Эх, а какое сейчас тут везде поле для опытов? А вот вы знаете, что я наблюдаю еще один сигнал, и это куда любопытнее. Он исходит напрямую из... Эй, ты! Ты чего? Полагаю, полимерная память внезапно иссякла, товарищ майор. Давайте двигаться дальше. У нас много дел.